это очередная закупочка продуктов на неделю, ну или примерно на такой период времени. Закупочка у нас происходила в разных магазинах. Это магазин «Пятерочка», обычный «Магнит» и «Магнит у дома». Некоторые цены буду озвучивать. В одном магазине, к сожалению, не взяла чек, поэтому начнем с «Пятерочки». Из мясного я купила «Индии Лайт», свой любимый. А это основные мясные продукты, которые мы используем. Вот индейка у нас уходит больше всего. Это пачечка медальона, две такие упаковочки стейка. Это на вторые блюда в основном я беру. И две упаковочки филе бедра. Очень хорошо на супчик, они пожирнее идут. Это что касается индейки. За нее, в принципе, я в «Пятерочку» и поехала, потому что в «Магните» не было индейки. Также в «Пятерочке» я вспомнила, что забыла купить сметанку. Вот такой домик в деревне был со скидочкой. Взяла стаканчик за 59,99. И еще в «Пятерочке» я взяла колбасу «Вязанка». Хотела взять в «Магните». Мне приходила смс-очка, что колбаса «Вязанка» классическая стоит 99 рублей по акции 1+1. Но в «Магните», к сожалению, ее вообще не осталось. Точнее, лежала одна палочка. Сами понимаете, по такой акции не купишь. И в «Пятерочке» я взяла эту колбасу за, получается, 108 рублей 99 копеек за палочку. Также в «Пятерке» взяла упаковку целую сахара. Очень удобно брать и так сразу. Это пачечки по килограмму. И, в общем, стоили они, получается, 39,09 за пачку. Лапша быстрого приготовления уехала с мужем на работу, поэтому остальные продукты из «Магнита». Там я взяла две вот таких замечательных баночки горошка. Эко фирма нам нравится. Чаще всего я беру горошек и кукурузу именно этой фирмы. Здесь она была со скидочкой за 69,99 рублей за баночку большую. 5 пачек нашего любимого козельского творога 5%. Была вот такая алексеевская сгущенка. Ну, молоко сгущенное, в смысле, со скидочкой тоже. За 65 рублей. Масло сливочное вологодское. Самое наше любимое. В основном его только мы и берем. Из молочки у нас еще молоко. Простоквашино бутылочка. Также еще взяла майонез. Вот такой первый раз беру. С каким-то оливковым маслом холодного отжима. В общем, упаковочку еще взять. Также у нас закончились макарошки дома. И я решила взять побольше. Такие большие пачечки. Петя и спиральки, макароны. А «Макфа» у нас за 36 рублей 99 копеек, 450 грамм в пачечке. Взяла рис, две упаковочки, круглозерный и длиннозерный. Рис «Магнит». Если честно, там не было ценника, и мне он показался такой очень симпатичный рис. Я подумала, что он будет стоить, наверное, не очень дорого, потому что в моих любимых прозрачных упаковках риса не было. Но оказался он не такой уж и бюджетный. 80 рублей за пачку. В отличие от гороха, моя цена, горошек за 24,99, и он, в принципе, вообще ничем не отличается от более дорогих аналогов. Прям в сравнении можно поставить. Взяла две пачки яиц по 15 штук. Здесь яйца 1С, батончик 1. Здесь у нас пачечка чая Гринфилд, обычный черный чай, за 64,99. Также кофе у нас заканчивается. Взяла такой Нескафе обычный наш любимый, обычный жженый, в общем, кофе. Некоторым не нравится, а нам нравится. Здесь две упаковочки крабовых палочек. Они тоже были со скидочкой. Пачку сосисок «Папа может» молочные. Вот эту колбаску мы уже начали. Это коньячный сервелат останкинской фирмы. Три упаковочки сыра. Вот такой вот именно в «Магните» сыр сметанковый. Нам очень понравился с мужем. У него такой нежный сливочный вкус. Прям супер. И у нас получился где-то килограмм 250 грамм. На 650 рублей. Виноград из фруктов и бананчики. Больше ничего не брала. Капустку из овощей. Овощи остальные были не очень хорошие. Огурчики, помидорчики какие-то так себе лежали.
И, в общем, в эту закупочку у нас это все не входит, докупим потом. Из фруктов тоже яблочки и груши у нас дома лежат, поэтому только бананчики и виноградик. А еще у нас тут лежит баночка сардины, она была тоже со скидочкой. И, в общем, консервы мы не так часто берем, иногда салатик, иногда просто так хочется скушать. Взяла такую баночку. Что касается непродуктов питания, у нас здесь пачка памперсов. Очень удобно стало мне ездить в Магнит, чтобы не ездить в Магнит косметик. Также взяла средства гигиены и два ополаскивателя для полости рта. Это лесной бальзам обычный. И взяла такой новый какой-то лесной бальзам появился. Он с маслом, органик. И вот их перед применением нужно перемешивать с активированным углем, как сейчас модно. Ну, в общем, попробуем. Я решила попробовать взять такой именно ополаскиватель. Взяла антисептик гель, так у нас расходится, он имеется, но иногда бывает с собой или в машину куда-нибудь бросить. И лесной бальзам, пасту. В общем, нравится нам лесной бальзам с мужем, поэтому берем его в основном. В одном магазине у нас покупки вышли на 3752 рубля и 24 копеечки, а в другом магазине Магнит, где я не взяла, к сожалению, чек, покупки вышли на сумму 763 рубля и 84 копейки. Таким образом, в общем, мои покупочки вышли примерно на 6000 рублей, с учетом того, что это не только продукты питания, и целую упаковку сахара я купила, и памперсы. Я думаю, это неплохо, в общем, получилось у нас затариться. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я буду рада новым друзьям и подписчикам моего канала. И я хочу сказать, что это такие объемные покупочки, закупочки, которые мы снимаем. Конечно, в них не входят все продукты. Тот же хлеб, молоко, какие-то другие продукты мы покупаем и докупаем потом отдельно. Мясные продукты. Мясо я покупаю в отдельном магазине, но не снимаю прям отдельно вам покупку мяса, например. Также фрукты, овощи. Часто бывает в другом магазине берем. Берем там орехи, сухофрукты. И эти покупки как-то у нас в основную закупку не входят. Поэтому это далеко не весь наш рацион. А вам всем удачи и хорошего настроения. Всем пока-пока!